Церемония прощания с Жанной Плиевой проходила в Государственном драматическом театре. Ее произведения исполнялись и исполняются лучшими оркестрами Европы и России. Праздничную увертюру Плиевой дирижирует маэстро Валерий Гергиев. Художественный руководитель Мариинского театра прислал телеграмму с соболезнованиями. Национальная культура понесла невосполнимую утрату. Ее уход – огромная утрата для всего российского мира музыки и для меня лично, говорится в телеграмме. Валерий Александрович Гергиев был на связи, он звонил мне сам, спрашивал, а как Жанна, как она там, сможет ли она прийти послушать свой балет. Мы готовимся, мы начинаем запись, мы начинаем репетиции. Уважаемые друзья, в этот скорбный час выражаем искренние соболезнования родным и близким Жанны Васильевны Плиевой. Ее уход – огромная утрата для всего российского мира музыки и для меня лично. Впервые я узнал Жанну Васильевну, будучи 9-летним ребенком. Она была ассистентом моего педагога по фортепиано Зарины Андреевны Лулаевой. Затем я познакомился и с ее собственными сочинениями, огромным миром, которые она создавала в своих партитурах. Жанна Васильевна была полна творческих идей и замыслов, восхищалась своей внутренней силой. Такой она и останется в памяти родных, друзей, коллег и зрителей. Жанна Плиева – автор многочисленных произведений камерной, вокальной, инструментальной музыки, мелодий, кино и театральным постановкам. Проститься с ней приехали представители музыкального сообщества Северной Осетии. Я думаю, что мои любимые Феликс Алборов, Дудар Хаханов, Илья Горбараев, Стопор Плиев не обидятся, потому что они знали, что Жанна гений. Только Жанна сделала то, что не сделал ни один осетинский композитор. Если они превознесли осетинскую музыку в огромной стране, в СССР, то Жанна, получается, первая, которая осетинскую музыку вознесла в космос. Ей равных нету. Больше такого композитора в Осетии не будет. О ее успехах свидетельствуют награды и премии. Жанна Плиева – член Союза композиторов, лауреат всесоюзных и международных конкурсов, лауреат Государственной премии России. Плиева также написала музыку к анимационному фильму «Волшебная свирель», удостоенному «Золотого Витязя» на международном кинофоруме. Творчество Жанны Васильевны имеет очень большое будущее. Потому что это на самом деле большой, очень весомый вклад в сокровищницу мирового музыкального искусства. Что для Осетии означает имя Плиевой Жанны? На самом деле это великая дочь нашего народа, великая дочь Осетии, которая была и к тому же очень светлым человеком. Она сама вписала свое имя буквально золотыми буквами в книгу исторической памяти осетинского народа. Ее игра – это всегда редкое техническое совершенство, яркий темперамент и невероятная глубина звучания. Ее творчество – это новаторский взгляд на классическую музыку, вообще и осетинскую музыку в частности. Многие музыкальные критики отмечали ее редкий талант и особенное понимание национальных корней. Она всегда с особым удовольствием выступала в Южной Осетии. Ценители музыкального искусства ждали в Цхинвале концертов Жанны Плиевой, величайший музыкант современности, которая прославила свою родину и подарила миру безупречные шедевры музыки.